Житель Артема отомстил охране ночного клуба, которая его не впустила. Полицейские после просмотра записей с камер наблюдения установили личность подозреваемого и его местонахождение. 42-летнего гражданина доставили в отдел. Там местный житель рассказал, что пришел вечером в клуб, но охрана его не впустила. Из-за этого между мужчинами произошла потасовка. Гость ушел, затаив обиду. Спустя 3 часа он вернулся, но уже с не с пустыми руками, а с автомобильной шиной и тарой с жидкостью. Он поджег шину входной двери, а сам скрылся. В результате поджога был поврежден фасад здания и помещения кухонного блока. В следственном подразделении отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Российское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также злоумышленник должен возместить материальный ущерб, причиненный собственнику помещения и арендатору. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на 8.